Каждый год 8 июля в нашей стране отмечают День семьи, любви и верности. В этом году праздник стал официальным. По традиции в этот день вручают медали за любовь и верность. Их получают супруги, прожившие в браке более 25 лет, воспитавшие своих детей достойными членами общества и получившие известность крепостью семейных устоев. В Сарове в этом году наградили 20 семейных пар. Именно для них, для наших детей, внуков, для будущего и важно беречь, сохранять те традиции, семейные традиции, все лучшее, что у нас есть, и передавать в будущее. Истории семей, которые собрались в зале галереи, многогранные. Они отражают историю нашей страны, нашего города, историю развития отдельных отраслей атомной промышленности, науки и техники, образования, медицины, искусства, военного дела. Много лет эти люди посвятили работе и достигли выдающихся успехов. Но самым главным для них все эти годы была семья. Семья – это самое ценное, что у нас есть, и получается, что мы и живем ради нее. Мы ради нее мы и меняемся, ради нее делаем какую-то карьеру, что-то достигаем, что-то развиваем у себя. Но мы понимаем, зачем все это надо и для чего мы это делаем. И именно для этого мы тратим свою жизнь. И мы понимаем, что семья – это не только радости, не только вафельки да прянички. Это тяжелые, непростые взаимоотношения. Здесь надо и умеренность проявлять, иногда настойчивость, иногда понимание. У каждого из гостей праздника свой жизненный опыт, свой путь, свой возраст. Но всех их объединяет одно. Им выпало счастье найти того единственного верного человека, с которым можно идти по жизни вместе, преодолевать трудности, добиваться успехов в профессиональной карьере и в воспитании детей и внуков. С уверенностью смотреть в завтрашний день. Секрет семейного счастья, я считаю, что самое главное – это слышать, слушать, уважать то, что говорит тебе твой муж, и никогда не говорить друг другу слова «нет». Терпение – самое главное. Оба супруга в семье Гужовых медики, так же, как и в семье Воробьевых. Марина Борисовна Воробьева проработала врачом в нашей больнице 37 лет. Ее муж Андрей Васильевич и сегодня трудится в КБ номер 50 врачом-травматологом-ортопедом хирургического отделения. Вместе они прожили более 40 лет и своей семейной жизнью доказали, что любовь, верность, трудолюбие и забота друг о друге – это основа брака. Для меня вообще вот в семье муж – это самое главное, то, что это моя что он надежный, что это моя надежда, опора, стена. То есть я знаю, что он никогда не предаст, всегда поможет в трудную минуту. То есть вот эта вот уверенность, что рядом с тобой человек, на которого ты можешь в любую минуту положиться и знать, что он тебя не оставит. Это загордился? Да. Ну, в общем-то, вот столько лет прожили, столько лет знакомы. И вот я считаю, что это самое главное – это надежность, преданность, доброта в отношениях, ну и умение, конечно, прощать. С семьи начинается жизнь. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Екатерина Опенова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.